Всем привет, дорогие друзья! Позитива касаемо ноткоина сейчас нет. Цену не пампят. О 69 центах нам не напоминают. О холде Павла Дурова больше не говорят. Почему сейчас тишина? И почему подобной тишины не было на хаях? Сегодня я вам расскажу. Ну а перед началом данного видео не забывайте поддерживать его лайком и подпиской на канал, если вы еще этого не сделали. И давайте сразу переходить к делу. Дорогие друзья, ноткоин у нас скорректировался. Киты благополучно откупили данную просадку. Китовые валюты в это время мы с вами разбирали. RSI рекордно скорректировался. И разумеется, киты не могли не использовать данную просадку. Сейчас цена не пампится. Цель – забрать все токены у хомяков. Как только токены у хомяков заберут, мы обязательно пойдем наверх. И будет это на предстоящем альткоин сезоне. Прямо сейчас тишина. О 69 центах нам не говорят. Внимание на холде Павла Дурова не акцентируют. И за этим смешно наблюдать. Так как именно сейчас и нужен был актив от разработчиков. Если они действительно хотели бы, чтобы заработали обычные люди, то сейчас они обязаны были бы говорить мои слова. На данном этапе ноткоин скупается миллиардами. Приходят новые киты. Мы получили разгрузку касаемо графика. И вот сейчас необходимо набирать. Если вы планировали вообще это делать. Поздравляю всех тех, кто меня послушал. Если вы не купили здесь, когда я говорил, что ликвидность впитывается, то на данном этапе вы можете набрать по более выгодной цене. Рынок предоставляет возможности всегда. И сейчас яркий пример этому. Когда хайп разгонялся, хомяков просто засаживали. Разработчики прекрасно понимали, что они делают. Хайп разгонялся, чтобы манипулятор разгружался. Разработчикам все равно на комьюнити. Да и победить каждый не может. Обязательно найдутся люди, которые проиграют. Наша с вами цель не оказаться кормом. А именно поэтому мы с вами идем против толпы. В целом сейчас благоприятная ситуация для набора правильных монет. Да, дорогие друзья, монет, не токенов, которым является ноткоин. В целом это высокорисковая инвестиция, так как это проект Тапалка. Фундаментал, который есть у данного проекта, это Павел Дуров и Telegram. Фундаментал достойный, но данный токен напрямую зависит от тона. И ноткоин в принципе копирует движение тонкоина. Это стоит учитывать. На данном этапе есть те монеты, которые подобные отскоки не рисовали. Откупаю я сейчас именно их. На подобных уровнях. В преддверии альткоин сезона можно накопить правильные монеты. И сейчас я этим занимаюсь. Используйте текущие возможности прямо сейчас. Пока толпа выбривается перед последующим пампом, наша цель набрать. И набрать альту, которая будет запамплена 100%. На данном этапе необходимо откупать то, что никому не нужно. Да, дорогие друзья, именно эти монеты откупают фонды прямо сейчас. У всех как под копирку одно и то же. Учитывайте данный фактор. Те монеты, которые я набираю прямо сейчас, я опубликовал в закрытом клубе. Кому интересно полностью обучиться, пройти 5 закрытых курсов и набрать по моим рекомендациям, приглашаю. Ссылка есть в описании. Прямо сейчас цена доступа в комьюнити снижена. И доступ оплачивается только один раз. Присоединяйтесь, пока набор еще открыт. Посыл данного видео прост. Не бегите за тем, что уже улетело. Не обращайте внимания на то, на что обращают внимание все. Ноткоин – это тапалка. Тапалки сейчас привлекают новую кровь. Те хомяки, которые пришли с тапалок, будут засажены, так как сейчас необходимо набирать фундаментальные монеты, о которых никто не говорит. Одеяло на себя перетягивают тапалки, и новички думают, что внимание сейчас нужно обращать именно на них, но нет. Киты набирают совершенно другие монеты. Набирайте их и вы, если хотите забрать прибыль в конце цикла. Так как именно фундаментальные монеты потом погонят толпу, пришедшую из тапалок. Людям покажут, что нужно будет купить. И наша цель
набрать заблаговременно. Наша цель – прийти раньше толпы и в конце данного цикла снять все сливки. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если подписаны, ставьте лайк. Если поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!